Всем привет, и вы на канале Милки Кэт. Как в прошлом видео я говорила, я сниму видео с вот такой говорящей кошкой. Вот я ее скачала, и сейчас записываю этот видеоролик. Первое, что она хочет, это покушать. Я уже ее немножечко развилась и готова дальше с ней играть. В комментариях пишут то, что в 3 часа ночи, в 1 час, ну, в час ночи, в 3 часа, в час ночи пишут «зайди», и там они видят голову какого-то непонятного чувака. В комментариях так пишут. То есть она им пишет и все такое. «Зайди в игру». И там получается совсем другое. Ну ладно. Давайте мы ее помоем. Вроде все сейчас нормально. Если она мне напишет, я вам расскажу. И давайте сделаем так, чтобы она поспала. Так. Она спит пока что, спит. Вы хейтер. Ей снится вялый хейтер. Смотрите, давайте сделаем так. Она проснулась, и она хочет 99% кушать. Давайте мы ее переоденем. Вот так, и очки нацепим. Злые очки. Вот эти. Сейчас. Вот эти очки злые. И давайте мы с ней чуть-чуть поиграем. Когда она стала злой, она не хочет играть теперь с мячиком. Она нам посылает поцелуйчик. Давайте потанцуем с ней. Здесь есть, вот если вы сюда зайти, тут есть здесь разные музычки. Но, наверное, вам не слышно. Вот, слышите, вот это первая музыка. Вот это вторая. Вот это вторая музыка. Сейчас вам третью покажу. Вот. Вот еще музыка. Вот смотрите. Еще одна музыка. И последняя. Сейчас я вам покажу ее самую стандартную музыку. Вот ее самая стандартная музыка. Вот. Звук поцелуйчика. Давайте попробуем с ней поиграть в крестики и нолики. Я крестик. Я выиграла первый раз. И опять выиграла. Опять здесь реклама. Я еще раз выиграла. Теперь я проиграла. Ну ладно, мы не будем эти играть. Давайте вот в это поиграем. Давайте лучше Exit. Мы не будем в это играть. Jumping Kitty. Я поняла, нужно двигать телефон. Ну, мне здесь показывают просто. Так, заняла. Ух ты! Полет! Все, мы
у нас мы вышли. Так, теперь. Так. У нас идет следующая игра. Это Флэппи Китти. Я думала, будет легче. Давайте дальше играть. Я опять проиграла, я думала, будет проще, ну ладно. Давайте food drop. Окей. Один. Так, смотрим. Капустка. Яблоко. Банан. Мясо. Бананчик. Банан. Ну ладно, я перестану говорить. Она все ест, 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 ест. Интересно, если упадут свежие продукты, что будет? Я не видела никогда, чтобы падали свежие продукты. Ну, давайте проверим, если упадет. Там свежий продукт упал. Ну, значит, ничего не будет. Можно спокойно пропускать свежие продукты. Я съела не свежий продукт. Ну ладно, мы выходим из этой игры. Так, это нам не нужно. Давайте cat eats dog. Окей. Здесь нужно перепрыгивать. Зачем? Ну ладно, мы проиграли. Конечно, интересная игра, но не такая. И последняя cat is speaker. Speakers. Что? Мы убились. Мы проиграли, в принципе, интересная игра. И у нас кошечка уже спит. Откуда? Мы же с ней играли в разные игры. Ну ладно. Ребят, надеюсь, вам понравилось это видео. С вами была Милки Кэт. В другой раз мы как-то поиграем еще в другие игры наподобие этих. Например... какая-то Эмма, Китти, Кимми, Суперстар, Эмма Хикет, Эмма Гарденер. Ладно, мы, например, в следующий раз мы поиграем Оскар. В Оскара. Кто это такой, я не знаю, ну ладно. Ну ладно. С вами была Милки Кэт. Всем пока-пока. До встречи в новом ролике. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Я вас люблю, всем пока и удачи!